Отдельное внимание было уделено и системе образования. В школах появится высокоскоростной интернет, продолжится их переоснащение и обеспечение лучшими учебниками. Наряду с этим президент предложил запустить по аналогии с земским доктором программу «Земский учитель» для обеспечения педагогическими кадрами сельских школ. Отдельно прозвучали поручения по совершенствованию системы дополнительного образования, поиску и поддержке талантливых детей и молодежи. Современное качественное образование должно быть доступно для каждого ребенка, отметил в своем ежегодном послании глава России. Равные образовательные возможности – мощный ресурс для развития страны и обеспечения социальной справедливости. Он отметил, что доступность детских садов обеспечена практически повсеместно. Но до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор, причем 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году. В Ненецком округе в рамках указа президента обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 8 лет. Сейчас в приоритетных задачах обеспечение местами в дошкольных учреждениях детей с полутора лет. Здесь в рамках национального проекта мы планируем построить 4 образовательные организации, в которых будут предусмотрены места для детей данной возрастной категории. Касаясь вопроса кадров для сферы образования, глава государства предложил с 2020 года запустить программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере 1 000 000 рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают работать в села и малые города. В Ненецком округе уже несколько лет действует программа поддержки учителей, приезжающих работать на село. В округе уже на протяжении длительного времени у нас установлены уже и выплачиваются подъемные в размере 500 и 300 тысяч рублей для молодых специалистов, которые едут у нас работать на село. Соответственно, 500 тысяч для тех, кто имеет высшее образование, 300 тысяч для специалистов со среднеспециальным образованием. В настоящее время прорабатываем вопрос также в целях привлечения кадров для работы в округ в отношении студентов педагогических вузов. Здесь хотим установить им стипендиальные выплаты дополнительные, да, кроме того, найм жилья за пределами округа и компенсировать расходы по проезду от места учебы, соответственно, к нам в округ. В рамках обращения к Федеральному собранию Владимир Путин акцентировал внимание и на создание в регионах научно-образовательных центров мирового уровня. Всего в России до 2024 года, согласно майскому указу президента, должно появиться 15 подобных центров. Один из них может располагаться в Арктике. 24 января этого года глава Ненецкого округа Архангельской области договорились об открытии научно-образовательного центра «Новые материалы и технологии для Арктики». Упор планируется сделать на разработку и изготовление материалов, техники и предметов быта для эксплуатации в арктической зоне России. Причем будут охвачены такие отрасли, как строительство, ремонт, эксплуатация морских судов, полярная авиация, наземный и ледовый транспорт, добыча и транспортировка углеводородов, горнодобывающая техника, строительство жилья и дорог, арктическая энергетика, одежда и предметы быта для человека. Ненецкий округ в этом проекте выступит своего рода международной площадкой для апробации новых научных разработок. Как отметил в своем выступлении Александр Цибульский, появление в Арктике такого центра даст им импульс к экономическому и социальному развитию северных территорий и, в частности, Ненецкого округа. Кроме того, будут созданы новые рабочие места, что поможет остановить отток молодежи и сделает регионы привлекательными для научных сотрудников. На самом деле, там, не открою секрет, если скажу, что мы работали в этих двух направлениях параллельно. И каждый из нас имел довольно большие шансы на успех, и, честно говоря, наверное, каждый из нас реализовал бы их параллельно. Но в нашей части мы всегда рассматривали свой научный центр как такую практическую площадку для уже имплементации научных наработок, и нам не хватало вот этой фундаментальной научной составляющей. И мы бы, конечно, там, еще раз повторю, реализовали бы его и реализуем на самом деле с помощью, с Архангельской областью или с федеральной помощью, без федеральной помощи. Для нас это важное направление, мы это сделаем. Но когда мы сложили вот эти два проекта вместе, мы понимаем, что совершенно другая синергия, совершенно другая эффективность у этого проекта получается. Тогда это действительно получается серьезный научно-образовательный центр международного уровня. А мы, на самом деле, когда говорили, когда смотрели по поводу организации площадки на территории Ненецкого автономного округа, мы ее изначально рассматривали как хорошую международную дискуссионную площадку и площадку для имплементации научных разработок.
Проект создания научно-образовательного центра «Новые материалы и технологии для Арктики» в мае будет представлен президенту России Владимиру Путину. Кроме того, губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой подписали соглашение о сотрудничестве между администрацией Ненецкого округа и фондом. Документ предполагает сотрудничество сторон по развитию и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Ненецкого автономного округа, включая создание регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Ненецком автономном округе. У нас есть ощущение, что вот соединение тематики, которую ведет форум, а именно инновационное развитие регионов, новые программы, новые кадры, новые программы подготовки кадров. И очень важно, что мы смогли подписать соглашение на форуме, потому что это две повестки, которые соединяются. Соединяются вот именно ради того, чтобы мы готовили и в Сириусе, и в регионах, и на базе партнеров в рамках сетевого взаимодействия кадры для приоритетных региональных проектов. В рамках подписанного соглашения будет проводиться работа по выявлению проявляющих выдающиеся способности и высокомотивированных детей и молодежи, проживающих в округе, в том числе координация организации проведения особо значимых мероприятий в области образования и науки, искусства и спорта. Александр Цыбульский отметил, что подписанное соглашение поможет создать для окружных ребят ту самую стартовую площадку для самореализации. С учетом его отдаленности, труднодоступности, у них, конечно, намного меньше шансов, чем у детей из больших мегаполисов, реализовать те возможности, которые им дарованы Богом. У нас сегодня 268 юных жителей округа находятся в банке данных талантливых людей. Это действительно не только талантливые, но и высокомотивированные дети. Из них порядка 195, если быть точным, это жители сельских территорий, у которых, конечно, возможно, те самородки, которые там живут, должны иметь возможность для самореализации. Фонд «Талант и успех» создан на базе Центра для одаренных детей «Сириус», уникальной площадки по работе с одаренными детьми, созданной на базе объектов олимпийской инфраструктуры в городе Сочи. Педагогами центра являются выдающиеся деятели науки, культуры и спорта, а участниками смен – школьники от 10 до 16 лет, показавшие наивысшие достижения в хоккее, фигурном катании, естественных науках, академической музыке, хореографии и живописи. Ольга Русул, Вадим Носкин. События недели.